Сегодня мы на обеде были в Макдональдсе. 100 лет тут не ели, потому что еда тут, честно говоря, невкусная. Но я увидела рекламу, что тут вышли новые игрушки, и мне срочно они понадобились. Ну и 10 тоже не против, собственно. Выбираю вот это вот Маккомбо с такими классными хэллоуинскими игрушками. Коллекция состоит из 4 игрушек. Можно апгрейдить свое комбо за 80 центов с размера medium до большого размера. Тут можно выбрать любой бургер. Я менюшки взяла гамбургер без лука с огурцами. Она просто обожает такой простой бургер. Наш заказ получился на 30 баксов. Потом мы вспомнили, что не взяли детям сок. Вбиваю эту штучку. И идем с вами за стол. Вид, конечно, из окна потрясающий. Пальмы, тепло. Дети в ожидании заказа. Твоя игрушка. Давида, держи. Олеж, помоги открыть. На, Миеш. Миюш. И кто попался? Смотри. Они, им надо поменяться. Поменялись? Покажи, кто тебе. Ты ее хотела? Ты ее хотела, Миеш? Кола на разлив на вкус будто бы с вишней. Я не знаю, почему так. Бургер сегодня, на удивление, был очень и очень вкусный. Давиду не нужна игрушка, ему нужна картошечка фри. Он ее тоже любит. И начались танцы. Танцуют девчонки и мальчишки. Спасибо за внимание.